Так, моя маленькая, о, смотрит, увернулась внутрь дома и выкинула мусор. Это хорошо. Пойду я потушу факел, в принципе, уже скоро вот-вот рассвет будет. Надеюсь. Я ничего не попутал? Да нет, в принципе, да, скоро уже. Ну давай сейчас день будет, мы пойдем с тобой на конь, пойдем. Да, хочу... у меня ресурсов нет, я ничего же не подготовил. Я хочу подкачаться немножко. Ты пока там что надыбало, пока что принес по крафте. Вот. А потом динозавров возьмем и, наверное, динозаврами будем охотиться. Так экономнее просто. Как раз уже вот рассвет наступает потихонечку. Сейчас. Вон как ярко становится. Тут около нас ползает этот. Который бронированный бякушка. Но беда в том, что эти придурки на него не нападают. Даже если им хоть 100 раз в ухо свистнуть, они все равно не пойдут в атаку. Такие вот они, тупицы. Не хотят они убить. Я знаю, что можно его ударить только если самому вручную. А тогда это действенно. О. А так вообще в остальном бесполезно. Хоть убейся. Вон, видишь, я убью, они все стоят, тупят. Даже не пытаются. Так, ты уже куда-то пошел, да, без меня? Я этого пытаюсь панцирного стукнуть. Они, короче, его игнорят. Я его долблю им, либо хер. Ой, за это стриги черепашка одна случает. Ага, сейчас, погоди, я добью этого панцирного. Есть. Так. И соберу с него добро. Так, отлично. Черепашку хочешь? Ну давай. Почему бы и нет? О, на 12 уровня. Сейчас они загасят. Мась, можешь доставать попкорн. Что доставать? Попкорн. Попкорн? Да, доставай попкорн. Пусть они ее фигачат. Ты не хочешь помочь им? Не. Все, они... Сами справятся. Ты смотрела, как... Ты пока собирай с нее, сейчас осмотрю их так на предметы повреждений. Так, в основном только Спайк пострадал. А этим так, хоть бы хны. Ну что, Спайк, в принципе, сейчас отлечится. Пошли опять вдоль, наверное, пляжа пробежимся. В поисках жертвы. Пошли. Все равно камни ни хрена не спаунятся. Там он есть немножко камней, ну ладно. Пошли поохотимся. Как всегда, в ту сторону, да? Ну. Сейчас я, погоди, ресики пособираю немножко. Для того, чтобы покушать, если что. Все, бежим. Я с тобой. Прямо по курсу вроде там черепашка ползает, но она в воду вроде пошла. Угу. В воду заползла. Так, там трайк он гуляет. Из леса выходит. Здесь черепашка в воде. Так, вдали я вижу два плюющихся, которые любят плеваться, и гоняют они дудошек. Кстати, еще одного трайка вижу на берегу. Ты хочешь черепашку? Выходи из воды, Мась. В воде не очень удобно биться. Выходи. Пусть они сами разбирают, а ты это смотри и наслаждайся зрелищем. Вот там эти придурки плюющиеся и мелкие напали на этого, на бронтозавра. Видала, как он их отправляет в воду всех дружно? Так, давай отойдем, сейчас будет месиво. Быстрее. Блин, если они... Бронтозавр задел, они на него бегут разбираться с ним. А сейчас будет жопа. Сейчас будет мега жопа.
что такое? Или нет? Нет, падла, бьет все-таки. Он мне ударил, сейчас, значит, они будут по ним бить. Ай! Они убили его? А, нет, он убил Спайка, мась. Скотина. Ни хрена он мне отправил нокаут. Мась, он опять сейчас убьет всех наших динозавров, урод этот. Я вижу. Все из-за того, что он напал на этих, на мелких. Они начали друг друга пинать. Капец. Я умираю и даже ничего помочь не могу. Ну, я хотя бы, может, со Спайка седло успею собрать. Хоть что-то спасу, блин. Капец. Ты можешь, да, стрелять? Я не могу, мне нечем. Так. Меня убили. Тебя убил бронтозавр, да. Где ты? Он меня хвостом меня. Я тебе говорю, он очень, как бы, наносит урон нехило. Блин, а Мася, это просто потерь, ты понимаешь? Я понимаю, что это потеря. Тут столько трупов валяется, и все из-за того, что надо было аккуратно зайти, Мася. Ты на будущее запомни, никогда не бить черепашек в воде. Биться в воде очень тяжело. Все, короче, сейчас страйки все подохнут. Он уже один сдох. Все, последний умер. И теперь остался только я на сладкое. И то, если он помнит меня. Нет, по-моему, меня не помнит. А, я по нему и не бил, собственно. Ну чё, я тогда пособираю трупов, что смогу. Ты сюда беги тогда за вещами. Блин, как обидно, а. Где я? В смысле, где ты? Я тут просто, наверное... Смотри, чё не виси... не моргает. Это не твое, это ягоды. В смысле, это мое тело? Это не тело твое. Это мое тело. А, вон там, да. Я думал, ты вот просветящийся свет. Это я динозавра разобрал. Ты, бронтозавр, вот я слов не нахожу, как бы тебя обозвать так аккуратно. Скотина, подонок. Капец, хладнокровно тут ходит. Столько добра сейчас пропадет, так обидно. Кошмар. Они его покоцали, но не до конца. Масик. Кошмар. Сбегали, называется, на охоту. Поохотились. Иди сюда, я тебя хотя бы разгружу немножко, то я перегружен с седлами. Придется новых приручать. Блин. Давай я тут. Так. Сейчас я тебе седло выкину. Хотя бы одно. Ты мне поможешь тащить. Все за тебя. Ты вещи забрала себе? Да. Ну все, пойдем. Домой. Как говорится, пошли домой зализывать раны. Нам утерли нос, убили все, что можно было убить. Я очень сильно расстроен и опечален. Угу. Я не знаю, как ты, но я очень сильно расстроен и опечален. Даже не знаю, что теперь делать. Конечно, можно приручить их по новой. Вот они гуляют, пожалуйста, но, блин. Я уже так привязался к тем. Что, ты хочешь напасть на него? Нет, я хочу просто посмотреть, какой он уровень четвертого. Мне сейчас вообще не вариант нападать, у меня ничего нет. У меня ни стрел, ничего не было, даже не мог помочь. Там последний, так, знаешь, точки у меня красные горят, это вот ягоды страйков. Так, ну ладно, что поделать. Все-таки, блин, поохотились, покачали уровень. Ой, зайка моя. Что? Да так, ничего, небольшая у меня истерика. Я не специально. Там эти мелкие хищники попались. Они там зацепились, закусились. Он их к ним послал. Короче, вообще жесть. Ты это здесь ни при чем, маленькая моя. Это же этот бронтозавр всех раскидал. Правый положи тогда эти седла. Я так разнервничался. Ну ладно. Ничего страшного, в принципе. Это лишний раз, как говорится, стимул пойти и попробовать чего-нибудь новенькое приручить, да?
Знаешь, что я думаю? Вот я что думаю. Или не знаешь? Не знаю. Я думаю, то что... Масик восстановила, да, себе все вещи? Да. Я думаю о том, что нужно сейчас скрафтить стрелы транквилизационные и поп... О, тут яйцо валяется, прикинь, это Сиданос отложил яйцо напоследок. Взять что ли его на память? Это как бы яйцо Трайка. А, ну да, в принципе, она же у меня самка была, а у тебя самец. Давай его схаваем, там есть, кстати, у тебя яйцо черепашки. Ну-ка, я съел его. Кстати, съешь черепашье яйцо, он тут валяется сколько уже? Через 7 дней оно пропадет. Так. Угу. Понятненько. Ладно, моя маленькая, на 5 секушек отойду, посмотрю вот этот красивый пол. И... Так, моя маленькая, я здесь. Я, конечно, прилично отошел, но думаю, не настолько, чтобы тут что-то страшное произошло. Говоришь, сюрприз меня ждет в кузне? Мась, ты представляешь, это не просто сюрприз. Это умопомрачительный сюрприз. Нифига себе. Ты как такого у меня так все это сделала? А, вижу, да. Так, наркотиков не хватает, чуть-чуть только осталось. Круто, Мась. Масенок, ты пойдешь со мной охотиться, пытаться приручить этого хищника? Я уже. А, где ты у меня, моя маленькая? Ну-ка, эта штучка работает, ага. Ты пошла вдоль этого? Ты хочешь там... отомстить? Кстати, действительно, давай отомстим подонку под лицу. Слушай, тут очень этих плюющихся, но я что-то не знаю, куда моя дубинка делась. Знаю, может, сломалась. Самое парадоксальное. Я думаю, надо отомстить, Масик, этому подонку под лицо. Он до сих пор здесь гуляет. За наших убитых. Да, отомстим? Там столько черепашек, капец, и плевашек, вон, я смотрю, ходит. Для начала надо убить плюющихся, чтобы они нам не мешали. Он, кстати, до сих пор покоцан. Так что убивать его будет одно удовольствие в наказании. Ты где? Я к тебе бегу. Так, надо расчистить пляж. Видишь, ходят эти плюющиеся, чтобы они за нами не бегали. Они будут мешать. Так, Масик, осторожней. Так, чтобы я мог попасть стрелой. На, получай, гэ. Он, в принципе, уже выплюнул, так что можно его в лобовую атаковать. Так, ну он тут не один, там чуть дальше еще один ходит. Так. Давай пойдем в эту сторону. Так, там один пока что, наблюдаю у одного. Угу. Это вот здесь тусует, в кустах. Получи, гад. Чё, давай, давай, иди сюда, чай, тебе металлической киркой как огрею. Так, маленькая моя, я в принципе больше не вижу помех на нашем пути. Ты пойдешь на точку пока, да? Займешь точку огневую. Сейчас. Я хочу. Что-то хотела дубинку сделать, но я что-то не вижу ее у себя. Может, когда ты тогда переделывала игрока, ну, себе меняла персонажа, он, может, ты ее не выучила, он сам вверху будет. Третье. В навыках изучения. А тебе она вообще нужна, дубинка? Зачем она тебе? Чтобы оглушать. Кого? Да она не очень-то эффективна, только маленький хорошо оглушает. И все. За большими запаришься бегать. Так, ну ладно, давай сначала отомстим ему, а потом разберемся с дубинками, хорошо? Так,
Ты иди пока на огневой рубеж, я это пойду его привлекать внимание. Он скотина ходит. Круги нарезает. Подонок. Подлец. Получает, зараза. Мася, я привлек его внимание. Он уже бежит за мной. Ой, камень. Масик, а ты у меня там, да? А, вон, вижу, бежишь. Беги, беги. Потому что он тоже бежит. Он тоже не отстает. Активно бежит. Так, я ему еще две стрелы выпустил, чтобы он совсем уж категорически за нами заинтересовался бежать. Так, пока все хорошо. Надо здесь вот в ущелье к пещере сходить. Там частенько бывает тусуются рапторы. По крайней мере, раньше так было. И попробую раптора приручить. Местные дудошки в качестве еды пойдут. Так, вот, Мась, вот он, гад. Давай, зафигачим его. За все хорошее, что он нам сделал. Скотина. Кстати, я даже не знаю, какого он уровня. Ой, ой, это очень нехорошо, если он так обходит. Потому что с этого-то угла мы никогда не тренировались его бить. Так, погоди он. Так, вот сейчас вот стрелы осторожненько стреляй, потому что могут впустую улететь. С поправкой, ну, примерно чуть выше бери, чем он сам. Так, Мася, он возвращается. Он уже, кстати, хорошо изранен. Я тебе не мешаю? Нет. То просто я назад пячусь, я даже не знаю, куда я иду. Так, я думаю, скоро он подохнет, он весь в крови. Все, он сдох. Он 9 уровня был. Зараза. Получай. Слушай, не знаю, как тебе, а мне так приятно его херачить, разбирать. Самое, что, знаешь, смешное, у меня сейчас не шло, как бы, ну, сбор с него не шел. Но зато давали опыт за то, что ты его собираешь. Я четвертинку набил. Я тоже. Так. Ягод немножко похаваю. Ладно, моя маленькая, я пойду проверю ущелье, вдруг найду раптора. Хорошо. Я, в принципе, уже зарядил транквилизационные стрелы, так что осталось только найти, собственно, сам объект. Трайков пока не хочу приручать, это очень долго нудно. Если, конечно, ты сама захочешь приручить. Или не будешь? Посмотрим. Просто мне сейчас бы хотелось чего-то посерьезнее приручить, что-то по, так скажем, поагрессивнее. Чтобы потом не так было жалко идти в битвы. Конечно, в принципе, раптор-то бронтозавра все равно бы не убил. Ну, неважно. Попытаться-то можно было бы. О, там мегалодон плавает. Что-то вообще нету динозавров и здесь. Около ущелья, где пещера. Так, кто там летает? Реально вообще тишина. Аж носик зачесался. Так, рискнуть пойти вон туда, что ли, вдоль деревьев. Вдруг там есть. Еще вот сейчас вот сюда вот схожу к этому, к берегу вот здесь. Здесь, конечно, тоже куча бывает агров, но. Не знаю, попробовать стоит. Ох уж этот закон подлости. Я больше чем уверен, сейчас пока я парюсь, ищу его. Меня кто-нибудь съест. Прям по-любому уверен. А если и найдут, то не факт, что я смогу его защитить по ночам. Он же все-таки хищник, его надо защищать хорошо. Желающих-то ему отомстить, пока он без сознания, будет куча. Так, столько скал. Прикольно. И большинство из них такие коричневые, как будто у них очень много количества железной руды. Вполне вероятно, что так это и есть. Так, там стегозавры гуляют.
Трайк. Там три трайка. Крокодил тусуется. На берегу это плохо. Надо отсюда валить. Пока он меня не увидел. Потому что он сейчас, если резко выйдет из воды, я запарюсь от него убегать. Он, кстати, до победного уже преследует. Зараза. Так, через лес пойти. Рискованно, но я попробую. В общем, Ася, если услышишь маты, то это, не обижайся. Ладно, окей, да? Скорее всего, я просто кого-то нашел. Кого-то не очень дружелюбного. Текс. Я никого пока не вижу, Мась, но... Это, короче, не очень хорошо, но не очень-то плохо. Пока что, я бы сказал, нейтрально. Тут кусты. Так, там стегозавр гуляет. Примерно догадываюсь, где я. Здесь, по-моему, ущелье. Ой, Вася, ты сейчас вообще не вовремя, понимаешь? Я тут бегаю через лес, а ты вообще конкретно не вовремя хочешь выйти из комнаты. Я вообще не понимаю, Вася, ты за чью команду играешь? Да, Зай? Так, птеродактиль сидит, думает о жизни. Сейчас, ну ладно, попробуй до дома добежать, потом Васю выпну. Потому что мне сейчас здесь отходить вообще не вариант. А, точно кто-нибудь нападет. Так. Пока что никого не вижу. С хищников, но это не значит, что их нет. Так, паразавр от кого-то бежит. А, от насекомых. Ясно. Я вижу этого пакизавра. Пачи, который как у нас был, Спайк. Вон он. Через дорогу наверху. Мась, около дома большие стегозавры гуляют. Их раньше никогда не было, что они сейчас стали здесь тусить. Так, смотрю в ущелье, кто обитает. Пока что пусто. Пока что никого страшного нет. И это хорошо. Да, моя маленькая? Что-то как-то, знаешь, так я пробежал с такую даль, да еще через лес, и меня никто не захотел съесть, я что-то вообще удивлен. Странно. Это прям, как говорится, заниматься сексом, но в презервативе, понимаешь, да? Ну, что это такое? Это ну, вы... я в том плане, что вроде я как бы прошел по опасным местам, но как-то так на сухую. Слишком безопасно, никакого риска. Какие сравнения, Зай, вообще? Что? Что? Ты что там стоишь, наверное, на берегу кого смотришь? Ай. В песок смотришь. Ты меня ударишь? Я нет. Я не знаю, тебя кто там разве ударил, смотрю, ты просто стоишь, что-то в песок втыкаешь. Я думаю о жизни. Ты думаешь о смысле жизни и бренности песка? Да. Ясно. Так. Ладно, Мась, давай я быстренько свое тело брошу в доме и Васе откроет. Он задолбал тут мою ногу насиловать. Сейчас мы закончим играть, я поговорю. О воспитании. Так, моя маленькая. Все, я Васю выпроводил. Он все ноет и ноет. Так, стегозавры бегают, все по-прежнему. Тебе еще же камень нужен, да? Да, еще капец как много нужно камней. Ох уж эти камни. Так. Слушай, ты так отстроила его нехило, потихонечку, конечно, но так отстраивается, красава. Ну, каменный домик. Просто видишь, в чем дело, я как бы не хочу сильно быстро... Не то чтобы... Просто хочу отдыхать. Еще и ресурсов мало.
Кстати, тоже, знаешь, надоедает это одно. Ну, ясен пень, да. Тем более, тут пока еще надыбаешь это нужное количество, запаришься. Так, у меня тут мясо тухнет, блин. Которое я держу в надежде поймать его. Я там сейчас смотрю, как птеродактиль воткнулся в землю. В текстуру носом и торчит, балдеет. Так, вот в прошлый раз, помню, здесь как-то пробежался, и за мной раптор бегал. Попробую еще раз здесь пробежаться, а вдруг опять побежит за мной. Вот. Почему, когда я хочу приручить раптора, я его не могу найти? Когда он мне нахрен не сдался, он за мной бегает, убивает. Блин, там, прикинь, кого я вижу. Ёшки-матрёшки, меня мелкие напали. Фух, ну ладно. Короче, я там видел карантозавра и раптора. Ты понимаешь, в чем фишка? Я не смогу спалево, так скажем, раптора привлечь. Потому что тогда на меня нападет карантозавр. А он гораздо опаснее. Грёбаные компи, блин. Напали на меня. Мелкие такие, слушай, противно так кусаются. Подохни, блин. Кстати, пока на них отвлекаюсь, может более крупный хищник зайти со спины. Все, убил, подонка. Еще двое осталось. А, даже трое. Козлы. Они жрут своих соплеменников, которые только что на меня нападали всей толпой. Гады, а. Ни капельки совести. Так, мне стало страшно на секунду, мать. А страшно от того, что если там карантозавр гуляет и раптор так свободно, в любой момент, если я заморгаю, они могут появиться прямо передо мной. Так, вот я вижу, карантозавр сюда идет, а раптор там в яме тусует. Но я не могу отсюда понять, он обычный раптор или альфа. Надеюсь, конечно, что он не будет не альфа. Кстати, от карантозавра, по-моему, хрен убежишь, если он почувствует тебя. А, по-моему, на данный момент мы еще пока не сможем его приручить. Ну, седла-то на него точно нету. Вообще так... Оу! Там полный фарш, мась. Там еще это плавает. Ой, плавает. Ползает змеюка. Причем она там ползает, и ее глючит. Она периодически чуть ли не взлетает. Так, карантозавр-то хорошо. Это все мило, здорово. А я могу его не успеть. Не факт, что успею его натыкать транквилизаторами. Блин, Мася, он меня заметил, прикинь. Он бесится, короче, пытается до меня добраться. Я, поскольку на горе, конечно, он все так быстро не залезет. Ладно, я пока сваль... Ой, тихо, мирно. Попробую вдоль берега убежать, скрыться. Так, там гигант эпитек, он гуляет. Черненький. Так, это... Так, мелкий, знаешь, мне с тобой сейчас неохота разбираться, биться. Дай бог, меня сейчас почувствует та хрень здоровая, огромная. Вообще будет не круто. Так, ну в принципе, я вроде ушел, не должен меня на таком расстоянии чувствовать. Что тут у нас есть в живых? Так. Надо же, он до сих пор меня преследовал. Друзей позвал, прикинь. Скотина. Пошли вон, подонки. Лицы. Куда собрался, зараза? А, на черепашку напали. Бегают от нее. И сюда, гад. Сюда, говорю, иди. Козлина. Сейчас я тебя приручу. Ага, я убью тебя. Так, Дружбанова. Объявился. Получай, гад. Так, моя маленькая. Пойду поближе к болоту, посмотрю, что кого почем тут у них. Угу. Там дипломорфы. Тут травоядные все. Гигант Эпите гуляет. Фиомия. Черепашки. В принципе, ничего страшного. Ну ладно. Ну, тут черепашка до сих пор бьется. Яйцо валяется, чё-то. Да блин, ты вообще дерзкий.
Тут же бьется главное с черепашкой, и тут же со мной на 2 фунта норовит, прикинь. Вот неугомонный. Че это? Черепашье яйцо? Ага. Черепашье яйцо мать валяется. Дай-ка его сожру. Прикинь, на меня черепашка хочет за это напасть. Такая говорит, слышь, ты охерел, мое яйцо взял, подонок, подлец. Идет ко мне активно. Нарывается. И нафиг. Нафиг иди. Попробуй забить киркой, мась. Или ты слишком брутально, как ты думаешь? Да я почему? Все, она от меня валит. Боится меня. Я ее оглушил. А, она почти умерла. Все. Разбираю ее на мясо. Все, разобрал. Я умираю. Че такое с тобой? Просто так. Просто так? Интересно прозвучало. Я умираю, почему? Просто так. О, металл собрал, круто. Я не знаю, почему я умираю. Смотри, может, ты голодный или замерзаешь, или еще что? Нет. Может, тебя бьют? Нет. Хорошо, но ты понимаешь, что это единственное, что можно было диагностировать? Ну, просто у меня красный экран, ну, как при смерти, но еда у меня в норме, и вода в норме, и меня не бьют. А тебя не отравили? Нет. А температура? Нету датчиков температуры? Нет. В принципе, 16 градусов по Цельсию. Я даже не знаю.